Кольца, да. Вот второй кольцевик. Вернее, он не кольцевик, может быть, но Нгуен, Марсель Нгуен, это представитель Германии, команда из Германии. Кстати, должен был быть первым выступать Фабиан Хамбюхен. Да? Он, скорее всего, наверное, уже выступил, прошел, но, уже, может. Но вы его не показали. Жалко. Почему-то. Покажем. Ну, я думаю, сразу очень сложно. Вообще, сегодняшний день очень сложный для показа. Все четыре снаряда работают одновременно. И везде неплохие спортсмены. И я уж тут не знаю, как они там распределяют свои напряжения. Вот он, фейерверк этих оборотов или вращений. Вперед и выход в крест. И в точку. Выход в крест и точка. Да, вот это всегда эффектно смотрится. После такого каскада. Но это не стойка, это говорят. Да, он здесь, конечно, уже задрожал. Задрожал, и у него таз так торчал. Уголком вся эта стойка была.